для себя важное. Я вот эту девушку из Таверны вообще как знала 1000 лет, но петь не могла, потому что я так возмущалась. Не согласна была. Я возмущалась. Ну как можно так любить? За любовь надо бороться. Ну да это, ну что это такое? Ушел другой, все равно тю-тю. А потом я влюбилась по-настоящему. И я все поняла, у меня стала любимая песня. Девочка с гвоздя все-таки родная. Да. Перекликается. Даже закрашенная. Так, следующая песня, она в это воспоминание о тех временах, когда мне было 19 или 20 лет, я влюбился в прекрасную девушку. Наша любовь была, как это сказать, освещена итальянской музыкой. Это были 80-е годы. С каждого окна это звучало, на каждой дискотеке. А я был влюблен безумно. И где-то в 14 или в 16 году я летал в Чикаго, мы с ней встретились, пообщались, и мы поняли, что, ну я, по крайней мере, понял, подошел к ней, ее обнял, она говорит, бери руку. И я говорю, что случилось? Она говорит, слушай, я, конечно, с мужем не живу, но мы не в разводе, а мы просто разъехались. Это просто неудобно. И я понял, что это американский подход. И уже так не, дальше уже все не проканает. Я говорю, ну мы же одни здесь. Он что, больной, что ли? Ну, в общем, на этом и сказка закончилась. Но осталась песня. Нам с ней тогда было лет по 20. Мы пешком исходили почти весь город, у нее губы Йоханса и готовность отдаться. У меня очки и гордо поднятый ворот. Я читал ей стихи, сочинял песни. Ей хотелось других откровений, что ли. Не дождавшись, на мне поставила крестик, на безымянный надев золотой нолик. Я не стал страдать и огорчать свою музу. Ей нужно для творчества быть счастливой. Влюбился в кого-то, стал наспех мужем, кое-как рифмовал и пел торопливо. А дальше, как водится, два развода. Мы с ней разлетелись по разным странам. Свободны вроде, да что свобода. Снова крестики, нолики и те же раны. Иронично и мудро, но когда мне на сердце совсем погано, она просыпается рано утром и звонит мне по скайпу из-за океана. Она говорит, все еще возможно, Бог с ним, с прошлым, любимый, живи настоящим. Не слышу, кричу ей, уши заложены. С возрастом это происходит все чаще.